А сдачи не полагаются? Дорогой, что мы будем о деньгах говорить, аппетит портить? Ты кушай, кушай. Тощий какой, а? Как котлеты? Очень вкусно, спасибо. Кушай, дорогой, кушай, для тебя старался. Делал так вот, ослепливал каждую котлетку вручную. Кушай, 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 золотой, кушай, кушай. Понимаешь, котлета. Котлета, что такое котлета? Котлета, это же не просто вот еда. Это не просто еда, это алмаз. Я сначала готовлю себе место вот так для котлет. Собираю так все ингредиенты, так фарш, так булку. Там вообще много ингредиентов. Собираю, готовлю так тазик, выстилаю так скатерть. А ты что тут делаешь, прощай, а? Пошла отсюда, на! Иди! Наваливай, служи! Дорогой, ну я же для тебя старался, ну как это возможно такое? Котлета, котлета, что это? Котлета, это произведение искусства. Я сначала беру тазик, готовлю его, протираю. Туда кладу сначала молоко тепленькое, довожу тепленькое молоко. Туда булочку кладу, потом фарш, потом так замешиваю все это, сверху лючком так припорошаю. А как ее зовут? Откуда я знаю, как ее зовут? Слушай, у меня котлета. Что такое котлета? Это не просто фарш и булка. Фарш, булка, молоко, секретный кориан ингредиент. Сюда кладу, вот так. А кто ее хозяин? Откуда я знаю, кто ее хозяин? Пошла отсюда, пошли, вот где пусто. Пошла, иди. Нападилась, ходи сюда. Шапка беспородистая, а. Ты что, собаку ошпарил? Нет, лапки ей чуть подогрел. Осел ты, я отец твой осел! Ты чего сказал? Ты что с собакой сделал, скотина? Да я с тебя сейчас самого котлету сделаю, ты что, давай! Давай! Ну! Что? Ну, давай! Посмотрите на него, народ, а? Посмотрите вы на него! Шпана развелась. Вкусные котлеты я тебе сделал, да? Вкусные тебе котлеты, и все. Котлеты добрался, сделал вкусные тебе котлеты. Это сам даешь, понял? Тамарочка, ты кого ты кормила, а?